Участок дороги от Кудыбска до Атлерской автошколы самый проблемный. Здесь редко, когда нет пробок. А все потому, что в единый поток одновременно сливаются те, кому нужно ехать и в аэропорт, и в центр Адлера, и в село Веселое. Забыть о прежних неудобствах водители должны с открытием развязки «Голубые дали». Пока рабочее движение пустили только по правой эстакаде. Дорожники еще даже не успели сделать разметку. Двухуровневая трасса проходит над железнодорожными путями. Основной и самый сложный элемент развязки – Бантовый мост. Кстати, уже второй на курорте. Новый транспортный узел должен на 40% разгрузить поток автомобилей на самых оживленных улицах Адлера, Ленина и Мира. Но пока на новые знаки обращают внимание не все водители. Это невозможно просто было до этого. Такие круги надо было делать, что лучше пешком пройтись, чем на машине. На сегодняшний день я думаю, что все будет хорошо. Другая часть развязки еще строится, поэтому съезду водители смогут напрямую попадать в микрорайон «Голубые дали». Сам транспортный узел после сдачи в эксплуатацию займет 5 гектаров и протянется почти на километр, а движение станет четырехполосным. Как утверждают городские власти, полностью объект будет готов в ноябре. На этом строительство именно дорожных развязок в Сочи завершат. Потребовалось несколько лет на то, чтобы кардинально изменить транспортную инфраструктуру на курорте. Показатели, которых нет не то что в крупных городах, даже в городах-миллионниках. По городу Сочи уже построено новых 360 километров дорог. Уже введено в эксплуатацию 6 транспортных развязок, а построено 7. Транспортная развязка аэропорт была введена где-то меньше месяца назад. Новые дороги будут радовать водителей не только своей функциональностью, но и эстетически. Особенно в темное время суток, когда все эстакады украсит оригинальная подсветка. Елена Осетина, телекомпания ФКТ.